рабочем порядке. Магадан начинает подготовку к майским праздникам. В мэрии областного центра глава муниципалитета Юрий Гришан провел рабочее совещание. Руководители коммунальных служб рассказали о ходе работ. Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают расчистку улиц от снега. Кроме того, они убирают места, которые наиболее подвержены подтоплению. В преддверии 1 и 9 мая Юрий Гришан поручил коммунальщикам помыть остановки и улицы города. А еще необходимо оборудовать сцены, установить урны и биотуалеты, отметил градоначальник. Также Магадан готовится к Всероссийскому субботнику, который состоится 24 апреля. Акция пройдет на 22 площадках, главных парках и скверах областного центра. Заявки на участие подали уже 23 организации.